9 октября в центральном районе Твери загорелся автомобиль «Део Некси». Источник возгорания находился в моторном отсеке. В момент возгорания машина была на ходу. На тушение огня выдвинулись пожарные. В этот же день автомобиль «Рено» загорелся в Заволжском районе Твери. Автомобиль, по данным очевидцев, перевозил выпечку. Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери регионального следственного комитета завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении работника и директора тверского филиала микрофинансовой кредитной компании «Лига денег». В зависимости от роли каждого они обвиняются в незаконном проникновении в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, с применением насилия и вымогательстве, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Следствием установлено, что 15 января текущего года между жителем Твери и микрокредитной организацией «Лига денег» был заключен договор потребительского микрозайма. В связи с допущенной заемщиком в начале апреля просрочкой внесения еженедельного платежа в период с 2 по 5 апреля текущего года персональный менеджер общества совместно с директором тверского филиала «Лига денег», находясь в помещении микрокредитной организации в городе Твери, соответственно, поочередно осуществляли телефонные звонки с корпоративных мобильных телефонов на мобильный телефон заемщика, высказывая в адрес потерпевшего требования передачи им в ограниченный срок денежных средств в сумме 3000 рублей, которые превышают размер еженедельного платежа, соответственно, под угрозой применения насилия к нему и членам его семьи. Вышеуказанные угрозы были восприняты потерпевшим с учетом совершенного в отношении него и его супруги противоправных деяний реально. Кроме этого, вечером 4 апреля персональный менеджер микрокредитной компании, находясь у квартиры, расположенной в доме города Твери, достоверно зная, что добровольно ее жильцы к себе домой его не пустят, подошел к женщине, стоявшей у входной двери квартиры и препятствующей проникновению в нее, применил в отношении последней насилие, толкнув женщину своим телом, после чего, устранив препятствие, незаконно проник в квартиру, нарушив право ее хозяев, предусмотренное Конституции Российской Федерации на неприкосновенность жилища. В ходе проведения предварительного расследования суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем обвинительное заключение по уголовному делу утверждено и в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.